Отлично. Окей, one minute. Одно объявление. Дорогие друзья, короткое объявление. Кому нужно в Харьков, необходимо. Автобус отправляется в 12:45 от капитана Моргана. Все, спасибо. Да. iPhone charger где-то тут. Это iPhone charger? У кого есть iPhone charger? Зарядка для iPhone у кого-то есть? Да. А, сейчас. Она хочет, Раки хочет сыграть как бы нечетный ритм. Это кажется трудно, но... Но любой ритм может быть разложен на двоечки и троечки. Поэтому это все будет легко. Не волнуйся. Она хочет играть ритм 14. 14. But if we just think about it, 4-4-3-3. Но если мы подумаем его, как разложим его как 4-4-3-3. Okay. So we can go 4 is 1-2-3-4-1-2-3-4. То есть первая четвёрочка 1-2-3-4, 1-2-3-4. Для троечек. Она представит вам новый такой трик. Она называет его закрытый удар. Это похоже как слэп. А, закрытые как бы вот удары. Раз, два, три, раз, два, три. Давайте попрактикуем это. Как удар ИК, один вверху, один закрытый. А и вот эти троечки, которые закрыты, они тоже ударяются в одно и то же место пальцем. То есть, если вы ударяете, вы вращаете запястьем и вот. Отлично. Для троечек будет вот такой вот ритм. Дум, та-ка-ка-ка-тек, та-ка-ка-ка, дум, та-ка-ка-ка-тек, та-ка-ка-ка. Все время в закрытой позиции она играет. Отлично. Теперь соединим с четвертыми. Сейчас получим 14. Thank you.
Отлично, замечательно. And the second time, a different ending. The second time for the threes, we're going to go 2, 3, 1, 2, 3. И на второй раз, когда мы будем повторять, она показывает, мы изменим немножко концовочку. Послушайте. Второй раз мы будем играть вот так. Троечка будет другая, понятно? То есть две четверки, первая четверка с дуба, вторая стека и троечка одна. Вот такая троечка, вот такая троечка. Все. Это будет во второй раз. И теперь у нас вся вещь будет звучать вот так. Это был раз. Вот второй был. Повторяем. Thank you.
Очень хорошая группа. Вопросы по этой теме и около. Можно смелее задавать вопросы. Пожалуйста, помните о прямых пальцах. И пальцы должны быть всегда распределены, то есть разделены между собой, расставлены. Средний палец крутится вот как будто бы в одной, зафиксированный вот он. Посмотрите за своими пальцами, попробуйте сейчас вот покрутить. И пожалуйста, помните об этой линии прямой. И запястье не должно загибаться. Посмотрите, угол 90 градусов. Даже если я играю быстро, посмотрите, угол не меняется. 90 градусов. Угол вот именно где пальцы, вот здесь вот угол. Не в запястье, а именно вот где пальцы. Пальцы прямые идут. Надо сейчас спецэффект показывать при помощи ногтя. Давайте я вам покажу. Мой бывший муж изобрел этот прикол. Он называет его грязный дум. Но пластина ногтя опускается, не прижимается, то есть она свободно касается мембраны. И когда вы ударяете, к сожалению, не на всех барабанах пластиковых это получится. Кожаная мембрана, она более динамичная, и она позволяет вот этот грязный звук получить. А у дарбук, особенно там Александрии, пауэрбиты, гавареты, шкура натянута, пластик очень сильно и не слышно. Да, ну, она говорит, что на пластике тоже может получиться. Сейчас я дам ей барабан, пусть покажет. Он очень тонкий, такой там, как комар, вот. У меня так было на предыдущей дарбуке, когда разбилась мембрана. И года два этот спецэффект мы не могли вылечить. Отлично. Четвертый раз играем.
штука. That's from a composition called Drumline. Это из композиции, которая называется «Барабанная дробь». Drumline. All right. Let's talk about the roles. Давайте поговорим о ролах. Everybody always wants to do the fast roles. Все должны, конечно же, все должны уметь играть быстрые роллы. Единственный путь играть в ролл корректно, и это если вы будете постоянно практиковать. Yeah, there's many kinds of roles. Бывает огромное количество роллов. But the most typical one is the triplet roll. Но самый популярный, один из самых популярных является ролл триплет. So the basic one is tech, one. То есть тек, первый, третий. Тек, ка, ну... Тек первый, третий. Тек первый, третий. Первый палец третий. Тек первый, третий. Тек первый, третий. И они все должны звучать одинаково. One, two, three. Первый. Тек ка-ка. Тек ка-ка. Тек ка-ка. Первый ударяет первый, то есть первый палец, указательный палец, потом безымянный, номер три. Yeah. Да. Okay. Повторяйте за ним. Тек-ка-ка, тек-ка, тек-ка-ка, 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 тек. Тек-ка-ка, 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 тек. Тек-ка-ка. Ракель. Это только для тех, кто играет на глине. Вот этот спецэффект, вот когда вы ударяете и дальше ведете пальцем вот к середине. Так получается. Thank you.
Итак, ваши аплодисменты. По поводу того, что происходит дальше в других зонах нашего фестиваля. В час дня уже вот начался в зоне звучания мастер-класс по обертоновому пению. Вот, в йога-зоне уже вот началась динамическая силовая йога. Вот, поэтому кто из желающих, кто хочет потянуться там или понапрячься, вы двигайтесь на ёжку. Все остальные, ну, кто хочет сидеть здесь, сидит, конечно, здесь, потому что эти звуки вообще, они безумно классно. Еще раз ваши аплодисменты за такую классную музыку. Да, в час дня контактная импровизация в дэнс-зоне. Вот, там, где пилон Инна Ярмаш, Пол Энерджи, Пол Дэнс. И самое главное, друзья, такие моменты. Если вдруг где-то вы находите какие-то вещи,